раньше, в папино время, он ходил в этот клуб и делал самолеты. Он сейчас может сделать самолеты, но я тоже захотел сделать самолет. Я пришел в этот клуб. Используя лобзик и наждачку, вы можете сделать нервюру. Из бальза вы сможете сделать нервюру. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать. Что же так может завести человека, чтобы в свои 33 при всем своем величии он сказал «не в величии дело»? Что это такое? Что может человека в возрасте под 50 в большем величии вернуться к корням? Что это? Это небо. Небом живет человек, ползающим небом. А вы не знали, но в стране такой же по сути, а мы походу катимся к стране с большим количеством лета. Так вот, там все летают. Ну, захотел человек и полетел. Не верите? Гаррисона Форда видели? Свой самолет и сам в руле. Джона Траволту помните? Свой борт Боинг 707. Сам в руле. Вот как-то так. Если мы будем говорить о частной авиации, то там это норма. В США. Ничего. Авось догоним. Что еще может заставить мелкотравчатого козюку, для которого телефон – это совсем не новость, забыть эту штуку. Что в моем случае? Это тоже небо. Опять не верите. А зря. В свои 8 лет он с успехом рулит. Где? До дома, на квадрокоптере. Причем, извините, я так не умею. Сказывается возраст, походу. В 3 года он летал на радиоуправляемом планере. Ну, со мной, естественно, но летал. С молодых корней он любит авиацию, и, наверное, как я. Потому что это лучшая часть бытия, в которой земные муки просто растворяются. Я это видел, и мне это нравится. То, что здесь, а что там, вы не пробовали. А мой учитель мне показал, что такое планер, и я летал на нем. Эффект обалденный. Это и адреналин, и чувство жизни вне земных оков. Как-то я правильно объяснил? Вот то, что нравится не всем. Но мне это нравится, и более того, и это нравится моему сыну. А вы попробуйте. Может, дав навыки другие, вы сможете сделать лучше, чем вы стали здесь? Что мы такое по сути? В 70% это зона. В 6.00 встал или ранее, и в 20.00 или позже пришел отвалиться в сон. Но есть еще 2 дня отдыха. И это без горячего стажа, и там подохнуть можно. Круто? Вам нравится? Ну, работайте. Не каждый может жить проще. Из тех, кто может, это всего лишь 20%. Кто делает сервис другой. Остальные 10% – другая зона для вашей безопасности. Ну вот, как-то так. Сложно это для молодых, но так это и есть. Вот такую штуку мы и построили. Как-то совсем не социализм. Ну да ладно. Мы, по сути, живем проще, чем в США. Там оздоровительных напитков после 7 не купить. Остальное только в барах. Там малость другие ценники. Но вот так. И человек и рисует, и человек работает лобзиком, и человек точит, и в руках у него напильник. И это разве плохо, когда ему 8 лет? А мне нравится. То есть при внимании папы мы вместе летаем, и уравнение Бернули он знает с детства. Он это видит. Может, он и не будет пилотом. Хотя я бы это сделать постарался, чтобы он был лучшим, чем я. В этом смысл моей жизни. Не каждый видит, но это неплохо. Когда, поняв, что понтов выше не бывает, вы работаете с сыном. Может и с дочкой, я не знаю. Но то, что я вижу, меня не просто радует. Ведь главное, не давя, дать лучшее составляющее, чего у меня никогда не было. Это мало кто понимает, но что касается меня, увидев большее, чем человек сможет увидеть за 250 годков, я делюсь лучшими вещами. И когда к своим 10 годам он это поймет, а я это сделаю, что будет дальше? Но в таких загадках мне ответа не сыскать. Хотя есть время и другое. И место есть. Но тот, кто верит в Бога, тот знает, что сделав больше и показав, что можно сделать, жизнь другая, без понятий времени, придет.